Здравствуйте, меня зовут Кайрат Примбердиев. Я из города Бишкек, из Кыргызстана. Очень приятно. Кайрат. Ну, Кайрат, Кайрат, было здорово. Да. Это было Спасибо. Мощно. Кайрат. Но. Ну, и да. что вы нам о себе скажете? Да особо Кайрат? Даже, но. Ждал, и что там с диапазоном. Услышал, что... Так, если сильно не расщеплять, весь диапазон там есть. Вот, вот, вот. Я как раз это вот про мы это... Мы просто но... в стиле расщепляем, мы же в стиле, да. мы же в жанре находимся. А так же можем и без такого да, да, да. хрипа же это все делать. Да, Кайрат, можно слышно же. Без жанра. То есть. Это ваш привычный голос? То есть вы только в таком тембре существуете? Нет. Нет, нет. нет. Ну, в смысле, я могу и чисто петь. А-а-а. Без гроула. А-а-а. Без гроула, да. Это хорошо, потому что... Собственно, наша запоздалая реакция, мне кажется, с Леонидом, она только из-за того, что мы ждали еще одного... А... Да. Ждали, ждали. Григорий, у вас явно реакция на мой голос, я поняла. Как О, только я начинаю что-либо говорить, у Григория... Да я подумал, что что-то открывается, возбуждается, переходит на гроул, открывается где-то. Каждый из нас подумал, может ли он что-то без лепсовщины еще что-то спеть? Это явно может. Обязательно. И сможем. Как сможешь? Ну а в остальном... Что значит сможешь? Так нельзя. В смысле, чистым голосом. А слабо сейчас показать? Сагынам гана сени, просто вы так наорались вот это, с этой вот предыдущей это песни, что у вас голос еще как бы сохраняет в себе расщепление, хоть и маленькое. Да. Но и тем не менее это довольно любопытно. Да. Кстати. Да, вот. Я тоже так считаю. Это красиво. Так что вам приходится сейчас вот выбирать. Это красиво. Как-то вот двое нас вышло из леса. Огромное спасибо вам, Полина. Вам, Леонид, я очень люблю и уважаю творчество каждого из вас. Низкий вам поклон. Спасибо. Ну, если говорить о выборе, я вырос в то время, когда мы через маленький квадратный магнитофон «Электроника» слушали песни Леонида Агутина. Ага. Правильно понял. Но
пойду к Полине, я думаю, что скажу. Мы тоже слушали через эти колонки.